Место укола мочалкой не тереть. Сауны, бани, физические нагрузки на сегодняшний день исключить. Более 19 тысяч жителей Владивостока прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Из этого числа более 12 тысяч завершили иммунизацию, то есть сделали обе необходимые прививки. Я очень оптимистически настроена. В общем-то, не слушаю. Кто-то там, у кого-то температура, все люди разные, все по-разному. Думаю, что все будет хорошо. Сегодня во Владивостоке привиться от COVID-19 можно бесплатно и добровольно в 16 пунктах вакцинации. Один из них расположен на базе городской поликлиники номер 4 на улице Воропаева. Мы после капитального ремонта открыли прививочный кабинет. Сегодня здесь можно получить прививку от коронавирусной инфекции в рабочее время поликлиники. Очень удобно сейчас организована дистанционная запись на прививку. Можно через портал госуслуги записаться на прививку и прийти в строго определенное время. Врач-терапевт проведет осмотр, соберет анамнез, болел, не болел человек коронавирусной инфекцией, получал какие-то препараты, состоит ли на диспансерном учете, есть ли какие-то противопоказания для прививки. На сегодняшний день вакцины в достаточном количестве. Мы прививаем вакциной «Спутник V». И сегодня, в принципе, такой большой очереди на прививку нет. Все зависит только от удобного времени для пациента. Записаться на прививку можно по телефону поликлиник либо через портал госуслуги. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.